Памятник обелиск погибшим землякам. Жители Жуковки относятся к нему трепетно, поэтому новость о предстоящем благоустройстве встретили с опаской. Хотя признаются, прилегающую территорию давно нужно было привести в порядок. Была задумка привести памятник в надлежащий образ, и чтобы прежде всего и средний возраст со своими детьми воспитывали свое молодое поколение, да, могли не просто два раза в год прийти к памятнику, а могли непосредственно, то есть ежедневно гулять, находиться. К благоустройству приступили месяц назад. За это время сделать успели немало. Демонтажные земляные работы завершили. Перед обелиском залили бетонное основание. Сейчас трудятся над дорожками, кладут брусчатку и бортовой камень. Замечательно. Не, нам все нравится. Главное, чтобы воплотить жизнь. Не, ну осталось месяц потерпеть. Тут уж по объему работ видно, что все успеем. Обновят и сам монумент. Реставраторы бережно покрасят скульптуру красноармейца и стелы. Постамент облицуют гранитом. Окончание работ местные жители ждут с нетерпением. Будут дорожки, скамеечки, все можно пойти, посидеть здесь, посмотреть, отдохнуть, помянуть павших. Не только сохранят существующие деревья, но и высадят новые. Работы будут завершены до конца октября. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».